Добрый день, дорогие друзья. Приветствую вас 23.05.2022 год в районе Паралея. Сейчас пойдем посмотрим, что работает, какие ценники и вообще есть ли там жизнь. Хотя отсюда я вас слышал, музычка играет. Единственное, что идет дождик, температура воздуха плюс 16. Вот такая у нас весна, друзья, дорогие мои. У нас запустилась еще одна столовая. Парфенон называется. Столовая Аргос с той стороны еще не работает. И здесь получилось экспресс-фуд. Еда такая быстрая, походу. Друзья, попробовал кофе. Очень вкусный. Американец готовит американо то, что надо. Это, как говорится, в тему прям. Поэтому приходите обязательно, пробуйте креп-блины. И ему привет от меня передавайте. Мы же продолжаем гулять. Здесь у нас, видите, что переформатировали действительно заведение. То есть, по-моему, площадь уменьшилась. Стало тут более просторно. С правой стороны кафе Ван добавила себе территорию. Посмотрите, как теперь стало здесь красиво и уютно. Просто такое светлое место. Мне кажется, прям реально выиграли. Стало очень круто. С правой стороны курортные товары ассортимента. Работает столовая Якорь. Пожалуйста, вам функциональность есть. То есть у нас все работает. Все для вас. Приезжайте, отдыхайте. Хинкали пицца. Работает кавказская пленница. Работает. Слушайте, ну Паралея прям очень сильно ожила, мне кажется. То есть даже я не ожидал, что мы сюда придем, а здесь такое народу. Столько людей. Все ходят, гуляют, отдыхают, удовольствие получают. И это великолепно. Всех с открытием нашего сезона. Рады, что у нас прям так хорошо все поперло. И все, кто боялись приезжать, не приезжать, мы будем вас рады видеть. Приезжайте обязательно. Будем очень рады. Разнообразные сувенирчики. Туалет по 30 работает. Магазин «Универсам Копеечка» работает. То есть все функционирует. Тир пострелять, ребята, пожалуйста. Прям резко выходим. Шаурма работает. Требуется шаурмить, пожалуйста, сладости продают. Ребята из Курска, спортсмены. Здесь кафе «Встреча» уже открылось. То есть готовы вас видеть и развлекать. Магазин «Виват» работает, салон красоты работает, «Меридиан» работает. Или нет, «Меридиан», походу, не работает. Странно, кстати. Везде люди есть, а в «Меридиане» что-то тишина. Хотя, может, что кажется так. Там разливуха, кстати, тоже функционирует. В «Люксоре» идет какая-то подготовка. Может быть, конечно, уже и работает. Фрукты, овощи продают. Это отлично. И у нас везде ребята-спортсмены бегают. Грин-бар Витязева работает уже, люди там отдыхают. Вина Витязева тоже. Винчик раздается, продается, наливается и льется. Ждут вас, ребята. А тут наши девочки отдыхающие делают уже себе фотографии на лесенке под фонариками. Смотрится это просто восхитительно. Продукты «Перекресток», «Босс Мороз» работает, аж «Красный нос». Но людей, честно, еще не совсем много. Мне интересно, как там в китайке будет. Китайка уже точно работает. Подписчики писали, что сидели, отдыхали. Но все запустилось. Самое главное, что все запустилось. Осталось только вот наплыва 300. Что, клубника? 300 рублей. 300 рублей что? Лукошка. День добрый. Привет. Лукошка сколько весит? 700 грамм почти. 700 грамм, 300 рублей. Это местная клубника. Понял. Это не Турция, не Испания. Это вкус. Ага. Голубика почем? 250 рублей. Горох. 200 рублей. А абрикос? Абрикоса 400 рублей. А вот чьи абрикосы? Абрикосы не буду обманывать, честно, не знаю. Это все знаю, вот это не знаю. Столовая у вас тоже заработала уже, да? Второе в конце месяца. Только готовятся. Понял. Что по шашлыку? Слушай, вот люди что прям... Что у нас по шашлыку? Вот. Вот, 77 рублей 100 грамм. Слушай, у меня люди приходили, говорят, по 100 продали. Нет. Где? Врут. Мы уточали, когда еще не было. Все, сейчас 77 рублей 100 грамм. Вот у нас 77 рублей 100 грамм. Хорошо. А что не по 77? Значит, не по 77. Семга, форель, дорада, ага. Дори. Сибас, это все по 150 рублей за 100 грамм. Ага. Свинина, баранина, свинина, курица, овощи, все по 77 рублей, люля. 77 рублей 100 грамм. Угу. Люляк с чем? Куриные люля. Куриные люля. Понял, барашки уже нету, съели. Барашка все. Есть, не ел. На заказ делать. Да. Все, понял. Барашка дорогая, 230 рублей 100 грамм. Отлично, что работа есть. А так люди все. Пошли, кстати? Да. Точно? Конечно. Все, скорее всем приезжайте, а то вместо мяса не хватает. Да. Мясо жарим, надо все продать. От души хорошая все работа. Все по 77, да. Кафе «Орион», ребята качают, девушка поет.
в блестящем платье. Снойно-Серебряная улица. И мини-маркет Турак тут тоже работает. Артурик где-то там без нас скучает. Прям привет ему передаем, но он еще не работает. А жаль. Смотрите, девушка косла на себя нашла. Прям погладить его. И китайка, ребята, работает по полной программе уже. Но пока людей не очень много. Смотрим по ценникам. Хадзижинская 55, Балашская 55, Майкопская 70, Жигулевская 7 по 0,5 литра. Это все цены. Пока, ребята, некого танцевать еще. Но ждем, когда будет больше народу. Шашлычок, машлычок, ребята, придут ценников пока еще. Почем шашлык, ребят, у вас? Ценники на шашлычок. Здравствуйте. Отлично. Так удобно. Потихонечку, расскажите, что почем в этом году? Цены какие в этом году? 77. Так же. Конкуренция, короче, идет, все по 77 идет. Что не по 77? Вот барабуля почем? Уже все одно цели. Барабуля тоже совсем? Да, все одно. Вообще отлично. Спасибо, хорошая работа. Вообще собирается уже людей много, танцевать там и так далее? Уже вчера, сегодня чуть-чуть, да. Уже только начали. Понял. Хорошей работы, увидимся еще. От души. Обязательно. День добрый. Эть, как у вас, качает уже? Тихо-тихо, раскачиваем. Дай бог, чтобы хорошо качало, ребят. Пошли дальше. Здравствуйте. А? Отлично, гуляем, смотрим, радуемся, что все работает потихонечку. Слушайте, здесь идут прям капитальные перестройки, изменения. Еще подготавливаются. Это в прошлом году здесь была новая китайка. И смотрите, насколько все перестраивается. Уф, ну как звучит параллель. Рыбка, пиво готовили, кстати, очень вкусно эту рыбку. Можно посмотреть, почем, кстати, пивасик в этом году. Ну, короче, получается от 140, а нет, да, от 140 за литр, по-моему, самое дешевое. Квас за полтинничек, лимонад 0,5 тоже полтинничек и мохито за полтинничек. Вот такие дела. Кстати, в этом месте я попробовал впервые краба снежного. Что-то мне вообще не понравился краб. Я всегда думал, что это такое что-то прям супер вкусное. Ну, как крабовые палочки. Блин, вообще не зашел. Говорят, что надо свежего где-то искать и пробовать. Фрукты, овощи работают, ребята. Потихонечку, полегонечку. Или от дождя тут прячутся. Здравствуйте. С этой стороны, помните, администрация пришла, всех поругала, снесли два ролета. Типа, вот, все, незаконные убрали. Обратно построили. Администрация Анапы, вы такие эти красавцы. Пожалуйста, наливайка, здравствуйте. Вас подешевело или подорожало? Пока не знаем. А это цены не работают? А, ну это работает. Ну, в том же году примерно. Цены прошлого года. Цены прошлого года. Отлично. А вино еще не знаю. Не пробовали? И еще пока не пришли. По ценам. То есть вы сидите с пустыми бочками с вином? Да, почти. Только пиво. Пиво, лимонады. Все, понял. Ждем вино. Хорошая работа. Спасибо. Шашлычок под коньячок. Почем ваш шашлычок? 77 рублей. Прям неинтересно спрашивать, что у всех все одинаковое? Дай бог, дай бог. Красота, ребята. Теперь видите, здесь у нас пальмы наверху стоят. Такой вот ларечек появился. И мы двигаемся дальше. Так, куда-то девушка уходит в закат. Ну, вот так вот выглядит атмосфера пляжа. Тут что-то копают очень много. Прокладывают коммуникации. Ну, пока еще все только готовится запускаться. Хотя мешать вам, вашему приходу на пляж здесь, я думаю, уже ничего не будет, потому что все работы ведутся в стороне отсюда. Переодевалочки есть, мусорок много, шатры под разные напитки готовы практически. И вот это, конечно, какая-то хрень тут появляется, она мне не нравится уже. Мы выходим постепенно на пляж центральный, поселок Витязева. В ту сторону у нас, видите, все затягивает тучами. Нас вообще по прогнозу обещают чуть ли не завтра весь день дождь. Как будет, мы, конечно же, узнаем. Будем следить за этой ситуацией. Но по факту пока непонятно, что за хрень-то. Кто это такой, интересно, разрешил сделать? Взять что-то вкопать. Прикольно, короче. Ну ладно, это Азово-Черноморская природоохранная прокуратура пусть потом отписывает, что тут произошло.
Мы же подходим к берегу морскому. Немножко мусор штормовой подвыбросило на берег. Я вижу, что убирали, поэтому не буду на него наезжать. Я думаю, что доубирают и чистоту наберут. Наведут, точнее, по полной программе. И морюшка, привет тебе большущий. Эх, какое же удовольствие находиться на берегу. Ну а температура морюшка 16 градусов. Температура вполне комфортная и сопоставима с теми годами, которые были предыдущими. Ждем только хорошей погоды, и тогда будет у нас наверняка жара, жара, жара. Не забывайте, ребята, подписка, лайк, комментарий под видео, Паралея кипит. Ну, относительно для этого времени прям очень классная движуха, мне прям очень порадовало. Дай бог, чтобы дальше было только круче.